же труд во плоти не грандиозный, но и тайной тоже не покрыт. Он истинный и реальный, как Божий день, без подтекста и для каждого открыт. Все, что люди видят реально, так же, как и правда и познание людей. Когда будет труд завершен, обновится и знание Творца, и все концепции истинно взыскующих пропадут. Это не только эффект его труда с людьми Китая, но и его труда над покорением всех людей. Труда над покорением всех людей. Его плоть, его труд и вся его суть способствуют его труду больше, чем что-либо в мире способствуют его труду сегодня и завтра. Эта плоть покорит всех и вся. Бог всего человека приобретет. Дело лучшего нет для людей, чем узреть, познать и повиноваться. Пропадут. Это не только